Ребята, вы за сценой переодеться не могли? Рома, ты надоел. То из садика забери, то покорми, то раздень. Ты определись уже. Илюх, я, конечно, все понимаю, но это не мои дети. Александр, присмотрите за ними, пока родители не придут. Так, о чем это я? Добрый день, с вами команда КВН. В натуре. Раз-раз. Серега, ты где был? Ром, ну помнишь, мы когда ехали на игру, я сел на переднее сиденье. Одел наушники и уснул. Проехал остановку, вышел на конечный. Потом смотрю, вы в сторону леса идете. Ну я и пошел за вами. Иду я такой, значит, да. Захожу в самую глубь леса, вас уже потерял, думаю, ну что делать? Придется дальше идти. Иду дальше, дошел до Унечи. Там встретил райцентр, подождал, пока они соберутся, ну я с ними и поехал. Ну раз все в сборе, тогда поехали! Министр образования на школьной дискотеке. Вот молодежь пошла, даже музыку нормальную поставить не могут. Существуют некоторые правила. Представьте, что эти правила существовали в реальном мире. Эй, Добби, не хочешь чего-нибудь запрещенного? А что у вас есть? Ну, я предлагаю тебе свободу. О, это что, гетры? А такие только вязаные есть. А зачем тебе? У меня два друга в тюрьме сидят, им как раз нужно. Современная молодежь любит знакомиться в интернете. Итак, девушка заполняет анкету на сайте знакомств. Имя Варвара. Занято? Тогда белокурая бестия 1, 2, 3. Свободно? Обычно наоборот. Так, рост 1,50 м. Хотя, нет, подумать, что коротышка. Напишу, есть куда расти. Возраст 16. Не, 18. Напишу просто, несу уголовную ответственность. О себе. Играю в КВН. Когда открываю рот, все ржут. Особенно стоматолог. Какую кухню предпочитаете? Японскую. Если сторонки не снимать чешую, то похоже на роллы. Так, готово. Создать. Кавалеры пишут. Доча, а что ты тут делаешь? Я? Уроки, мам. Дай-ка маме в компьютер зайти. Мне тетя Люба прислала рецепт в Одноклассники. Ой, доча, это что? А что такое, мам? Тут тебе какой-то парень пишет. Что пишет? Люблю тебя, крошка. Это то, что я подумала? Мам, это не то, что ты подумала. Ты опять в кровати жрала? Thank you.
была команда КВН в натуре. Пэм-пэм, друзья, команда КВН в натуре, давайте поаплодируем.